Вместе сделаем Белгород лучше. Интернет-портал «Активный горожанин» под таким девизом собрал более 1000 голосов и предложений по развитию благоустройства областного центра. Свою работу сайт начал летом прошлого года. Каких результатов удалось достичь, расскажет Диана Калединова. Вся проблема была в том, что когда начали у нас благоустройство нашего двора, навезли сразу много-много материала. Вот этот вот весь проход был заставлен плиткой. У нас 90% в доме жильцов инвалиды, незрячие. С парка шел человек, дошел до этих плит, вот, наткнулся на них, потерял ориентир и дальше не мог выйти отсюда. Это лишь один из примеров. Жалобу на управляющую компанию оставили жители дома 133D по проспекту Богдана Хмельницкого. По внутреннему регламенту работы с сообщениями, материал в тот же день был направлен на рассмотрение Департамента строительства и архитектуры городской администрации. Итог – оперативное решение. Что мы просили, то вот в течение, ну, двух, как максимум трех дней все было сделано. Плитку вывезли, расчистили дорогу, нам хоть подъезд нам хоть освободили. Это мы вот усвоили, обсудили, поняли, что это наш помощник сайт. Подобных обращений на сайте «Активный горожанин» принято свыше 1000 и внесено почти сотни предложений по развитию территории областного центра. Рассмотрено и решено 900 проблем. И это итог лишь 5 месяцев работы. Портал был открыт в августе прошлого года. На сегодняшний день на нем зарегистрировано более 1300 пользователей. Любой человек, на самом деле, даже с минимальными навыками пользования компьютеров, может очень легко зарегистрироваться на портале «Активный горожанин». Нужно всего лишь набрать в поисковой строке ag.beladna.ru, попасть на сайт, где пройти элементарную процедуру регистрации, указав свой номер телефона, имя, фамилию, и уже можно оставить сообщение. В день на портал поступает от 10 до 15 сообщений. Горожан волнует качество дорог, работа управляющих компаний, благоустройство территорий и состояние стройплощадок. Каждое письмо обрабатывают модераторы на базе Института муниципального развития и социальных технологий. Проект «Активный горожанин», для него нет мелочей. Мы каждый день стараемся делать жизнь белгородцев более комфортной, решать их проблемы. Решение проблем на специальной интерактивной карте может отслеживать каждый пользователь. В разделах сайта на фотографиях представлена ситуация до обращения и после. Есть здесь раздел опросов и предложений по развитию территорий. Для удобства горожан портал доступен и в мобильном приложении. Однако первый опыт показал, что ресурс можно и нужно совершенствовать. Планов у нас большое количество. Это порядка 20 технических доработок, мелких и более крупных. Это введение новых разделов. Это завязка активного горожанина с территориальным общественным самоуправлением. Есть желание, чтобы активный горожанин все-таки с жалобной книги превращался больше в площадку для улучшения жизни в городе в целом. Потому что девиз активного горожанина – вместе сделаем Белгород лучше. Проект «Активный горожанин» запущен по инициативе мэра Белгорода Константина Полежаева. Основная цель ресурса – налаживание тесного взаимодействия с населением. Отсюда и такое внимание к проекту главы администрации. На этой неделе об итогах работы портала говорили на первом в новом году оперативном совещании в мэрии. Это один из способов диалога с нашими жителями. Наверное, такой. Мы хотим его создать действительно действенно для того, чтобы получать мгновенную обратную связь. Ресурс, как лакмусовая бумага, позволяет видеть актуальные для горожан проблемы и оперативно принимать решения. В планах кураторов проекта «Активный горожанин» подключить к его работе экспертное сообщество, которое давало бы оценку качеству решения поставленных горожанами проблем. Диана Калединова, Александр Поддубный, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.